Шредер завис, видимо. Там Шредер завис, не заводи. Пушку, да. Кто хотите, садитесь. Только не вдвоем одновременно забавить пушки. Лучепер, отойди. Лучепер, отойди. Войт, скажи, чтобы не открывали сундук. Там Шредер внизу стоит. Нет, такого не было лучше. Отойди, сейчас забагаешь. Нет. Сейчас вы ответите перед Солнгом. Деньги включились на ракону. Да я чую их этим бац. Как ты смеешь вступать на мой корабль? Бац, выключи активацию любого. Алиса, тут танчит трэш на нашем корабле. Обратно.
обратно. Будет. Это баг был? Я упал с корабля, юзанул глыбу, и меня закинуло в центр корабля нашего в глыбе. Нет, нормально. Это так да? Работает тут. А, что типа во мне дэмэдж не прошел за падение, меня ебануло тут обратно на корабль, да? Тебя просто тпшат. На корабль. Портуйся, Шреддер. Тебе не надо ничего тут. Алло. Ну все, он теперь будет по КД падать. Бесплатная монета. Где рыбка? Есть у кого-то танков ласки? Спасибо. Чепи. Нужны танков ласки. Впервые за 10 месяцев игры в этой гильдии тебе нужны танков ласки, Войт? Ну, у меня обычно с собой свои были. Сейчас что-то кончились. Я что-то впервые слышу, что, блядь, надо в ГБ положить эту хуйню. Не, я, конечно, могу нафармить, но, блядь, есть ли это смысл? Я ложу пару раз. А на милли кто-нибудь может даст? Ратор бы чулан может дать? Запустил, короче. Выдвигайтесь! Герои, будьте начеку! Лек только что! Не соединись ко мне, отец! Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот мир во имя плети! И во славу короля Лича! Танки, короче, вот прям вот в секунду должны сейчас босса словить. Чего? Вот прям в 0-1 вы сейчас должны будете стоунтить босса, потому что я возможно... После сурка на Вальку идем. Старик, ну что ж, герои, хотите узнать,
сколь могущественно во имя короля меча. Защитник. А токены PvP или без уже идут? PvP.
Джованни, ты рофлишь, сидишь, да? Обнажите клинок ради день. Фрайгулы насмерть будут стоять за королеву льда. Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. ГГП, мои бани, и все, че. Что это за херня пришла? А это пацан на проф пошел. Кажется, лучше трэш так бейте, как вы в чат печатаете. Был завод, говорили, забываю постоянно. Чат написал, когда мы пошли трэш бить. Да, я, ну, здесь на этом-то трэше не падает лут. Я по привычке думал, что мы на эту пойдем.
на гниль, и поэтому жирного оттуда привел. А потом вспомнил, что ты сказал, идем на Вальку. Я жирного уже привел на Вальку. Вот я и думаю, все. А я чарнулся, думаю, нет никого, блять, карту смотрю, все в другом месте. Восстаньте, чемпионы серебряного аватара! Я отвлеку ее на себя! Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней! Чё там? Кается, чешу. Да, но у меня в инвентаре нету этой хуйни. Или что, или ничего не надо протыкать здесь? Вон, протыкай копьем. На циркуле там один лед давали за эту Вальку. А шо с простей? Алиса пишет, комп офнулся, сейчас зайдет. В дискорде. Микстурка танка пока. Я слева. Я поставлю. Thank you.
Дайте гейл. Хипал просит. Силы возвращаются ко мне. Герои, еще немного. Я излечилась. И Зера, даруй мне силу покончить с этими нечестивыми тварями. На совет. А уже жду, что после совета его и скажет РБК. Надо кому-то. Перчик. Да. Самолистки обратно хила. Я вас перекидывать забывал. Может, замены будем делать? Может быть. Надо кому-то тапки на танка. Так, Уолтер выше Сомалийского. В смысле? Типа я теперь уже не на танк, не мейн, получается, или что? Короче, Уолтер, не надо тебе, да? Потом... Не, подожди, надо, не надо. Вот, объясни. Я что, теперь танк, не мейн, или что? Если я хил... смотрю по приоритету. Он не танчит, я поэтому спросил его. Возвращай с гостей. Да чё вы ролите всякий шлак? Вы же знаете, что это не будете носить. Можешь продать торговцу или распылить. Тут просто есть шмот, который падает, ну который реально будет лучше, только если у вас шмот 245, там 264 по статам, и то 264 может быть хуже, потому что тут статы такие, типа крита на такие классы, как ШП или какой-то хил прист, там нужна хоста. Ну в крит я не знаю, редко кто собирается.
заходит. Молчание Войда, он обычно какие-нибудь истории травит. Без меток могу контролить. Он вообще не байтится сегодня на разговор. На метках огромный дыра. Встали в звезду, в тактика. Днем тактика, в звезду. Ну нет у меня столько брони, чтобы много танчить, увы. Я как могу, Думали, что одолели нас. Санлейн, непобедимые воины короля Лича. Теперь наши силы едины. Восстаньте, братья, и уничтожьте наших врагов. Сети и на двоих. Шлите рыбу.
Какая атака? Подожди, суманите меня, блядь. Где ты? Сум. А где ты? Что ты? Я не туда, я на Синдру побежал случайно. А зачем ты туда побежал? Ты что, сумасшедший, что ли? Навигатор сломался, что-то будет. Тут такой Лейман. КД было хули. Просто срезай, чего нахуй. Вина, твой босс на мейн-танк. Долг буштаки собирать, пиздец, я заебался. А я лесу упал. Я уеду. Чё по хилам вообще? Причём тут хилы? Три босса на войде. Встаньте в одну точку. Да кинетику не подбивайте, чё вы? Вайп. Если у Алисы проблемы, могу в танка спрягнуться, потанчить Келеси. И прольется кровь. Никому не будет пощады. Моя чаша пища для червей. Лисайте. Вот возле ступенек труп, чтобы больше людей достало. Турка в танка. Ты космон. Кого не резнуло, покинули тело, зашли в инст. Быстрее. Турка Келесита, я Валанара, Алиса Талдарова. Сердце ДД на кинетике.
Алиса, ты в ГИСе? Крест танчишь. Вы угораете. Столько келесит, кончи там вместо Алисы. А чё турбо лину? Пиратов не смущает, что прям над тобой падает сфера? Так ее ШП подбивает. Бей сферу. Да вот. Тебя не бегай. Так ты его, блять, водишь. Жди, когда тебя захилят. Ой, сейчас упадет. Алиса что-то говорила и потом замолчала. Я вначале не стал, сказал ВДК идти, она сказала только танк. Танк, как видно, из нее херовый. Сейчас так кашет, не слушает ГИС, зачем такой танк.
пиздец, блять, эти... Забери микстурка босса. Беги к боссам, бегите к микстурке. Ну, короче, не знаю. Ну все, идем. Давайте БР по Войду. Не сдохните только все. У босса КД чулан сдох. Танчи. Чулан, чулан сдох. Сразу же. Думаю, что двумя дотами можешь сорвать босса у БДК. Следующий кто будет? Валанар, да? По цели. Я не помню. Не Келесет? Я, блядь, не догадку спрашиваю, а стопроцентно. Кто следующий? Келесет. Отошли от босса все, сферы забирай, по черным сферам не бить, микстурку на фулл хп. Отдавай панцирь. Да он летает просто постоянно, ну как и ты, воет. Микстурка не виноват, просто, блядь, милишники заебали откидывать танков. Падайте. Чем мы еще добьем карту? Сука, падайте. Бежали.